Сегодня у нас замечательная встреча с талантливым художником Рамилем Миграновым. Он живописец, больше он рисует пейзажи, хотя, конечно, у него удачные портреты. Портрет, например, занимает очень много времени. Там тремя-четырьмя сеансами никак не справиться. Это длительный процесс, там портрет требует особого настроения, поэтому это, скажем, полгода это может продлеваться. А пейзаж чуть-чуть, это вот легче, можно сказать, пейзаж написать, потому что это зависит от первого впечатления. Как впечатление хорошее получил, оно и сразу и получится. Моя выставка, она называется «Моя многоликая родина». Вот сама выставка уже говорит, какие картины здесь могут быть. Вот они, последние мои работы, здесь представлены пейзаж из жанров и портрет. Это связано с такими яркими образами. Образы детей, образы старших поколений. И наши дети, читатели, они просто с удовольствием приходят и постоянно, всегда возвращаются к этим работам, потому что они на самом деле завораживают, они очень красивые и учат добру.